Мир и здоровье – главные ценности в жизни человека. Их реализация определена важным направлением социальной политики нашего государства. В частности, медицинская сфера поэтапно совершенствуется на основе концепции развития системы здравоохранения Республики Узбекистан. За последний год принято более 20 указов и постановлений, нацеленных на повышение качества медицинского обслуживания. В этом году из бюджета выделен 21 триллион сумм, что в 3 раза больше, чем в 2017-м. Однако еще многое предстоит сделать для повышения эффективности системы. В ходе проведенных на местах опросов лишь 13% респондентов отметили, что ощущают положительные изменения в медицинской сфере. Глава государства обозначил 5 направлений дальнейшей работы. Первое. Превратить первичное звено медицины в систему раннего выявления и лечения заболеваний. Второе. Увеличить объем и кардинально улучшить качество узкоспециализированных медицинских услуг через специализированные центры. Третье. Через цифровизацию резко сократить бумажную волокиту, бюрократию и коррупцию в сфере. Четвертое. Развивать конкуренцию и расширить участие частного сектора во всех направлениях. Пятое. Повысить уровень знаний медработников, развивать медицинское образование и науку. На совещании обсуждены практические аспекты выполнения этих задач. Первоочередное внимание необходимо уделить повышению качества услуг в семейных врачебных пунктах и поликлиниках. Сегодня учреждения первичного звена имеют потенциал для проведения лечения по 87 видам заболеваний. Для этого необходимо обеспечить их квалифицированными кадрами, а также 50 видами лекарственных средств и 16 видами медицинских изделий для экстренной помощи. Президент подчеркнул важность лечения хронических заболеваний в первичном звене, особенно усиление профилактики сердечно-сосудистых и желудочно-кишечных заболеваний. Планируется ввести пакет бесплатных медицинских услуг по лечению заболеваний в первичном звене. Указано на необходимость повышения квалификации семейных врачей совместно со Всемирной организацией здравоохранения, привлечения специалистов в отдаленные районы в рамках программы «Сельский врач». Поставлена задача усовершенствовать нормативы штатов семейных врачебных пунктов и поликлиник, квалификационные требования к врачам и медработникам среднего звена, стандарты оснащения. В стране действуют 17 специализированных медицинских центров. Они проводят медицинские обследования на местах, в результате заболевания выявляются на ранней стадии и облегчается доступ к медицинской помощи. В частности, центры фтизиатрии и педиатрии открыли свои отделения во всех регионах, благодаря чему за последние 2 года число пациентов, приезжающих в Ташкент, уменьшилось почти на 20%. Глава государства подчеркнул необходимость эффективной привязки областных, районных и городских больниц к специализированным центрам и приближения квалифицированных медицинских услуг к населению. Так, диагностика, лечение и реабилитация по сердечно-сосудистым, желудочно-кишечным, респираторным и дерматологическим заболеваниям, не требующим хирургического вмешательства, могут проводиться в районах. На региональном уровне имеется достаточно условий для организации хирургических вмешательств в области микрохирургии глаза, урологии, травматологии, торакальной и абдоминальной хирургии. А в республиканских центрах приоритет необходимо отдать труднодиагностируемым заболеваниям и высокотехнологичным операциям. В связи с этим поручено утвердить перечень заболеваний, подлежащих лечению в областных и районных больницах, а также принять меры по повышению квалификации врачей. Перед хакимами поставлена задача обеспечить региональные медицинские учреждения высокотехнологичным оборудованием и медицинскими приборами, такими как ангиографы, лапароскопы, аппараты искусственного кровообращения. Также отмечено, что процесс лицензирования частных медицинских организаций должен быть упрощен и полностью цифровизирован. Сегодня в деятельность медицинских учреждений, которых в стране насчитывается более 3000, внедряются современные технологии. К информационной системе электронной поликлиники подключены 423 учреждения первичного звена. Однако не везде созданы благоприятные условия для работы по-новому. В некоторых медицинских учреждениях не хватает компьютеров, хотя на цифровизацию сферы из бюджета выделено 28 миллиардов сумм, работа в этом направлении продвигается медленно. В связи с этим в областных управлениях здравоохранения планируется введение должности заместителя начальника по цифровизации и развитию государственно-частного партнерства. Кроме того, во всех медицинских учреждениях будут введены 2000 штатов медсестер-операторов.
поручено запустить к 1 августа текущего года электронную систему выдачи ордеров, интегрировать с ней все региональные и специализированные центры, а также полностью цифровизировать бумажную работу всех поликлиник Ташкента. На совещании обсуждены также вопросы укрепления здоровья матерей и детей. В первую очередь была подчеркнута важность продвижения здорового образа жизни и правильного питания. Поставлена задача провести адресные скрининги, исходя из анализа ситуации в каждом регионе. Указано, что перинатальные и скрининговые центры в областях будут объединены в единый кластер с организацией районных центров. Еще одним приоритетом здравоохранения является развитие медицинского образования, науки и подготовка кадров. Нынешняя методология медицинского образования утверждена 30-40 лет назад, и большинство учебников не соответствует международным стандартам. В вузах и специализированных центрах наблюдается низкая мотивация к повышению научного потенциала. Видеоселекторное совещание под председательством президента продолжается. Подробности в наших следующих информационных выпусках.